И я страхую, я тебя страхую, я тебя страхую, сидя у окна. Алло? Да? Это страховое агентство «Застрахуйка». А что у вас случилось? Да, у вас страховой случай. Мы работаем с 10 до 18 ежедневно. И вам хорошего дня. Ждем. И я страхую, я тебя страхую. Я тебя страхую, сидя у окна. Я дико извиняюсь. А Лену можно? Простите, какую Лену? Ну, Лену. Я с ней в переходе познакомился, а она мне еще лотерейку продала. Извините, но у нас нет никакой Лены. Нету Лены? Нет. А где она? Не знаю. Не знаете? Не знаю. А кто знает? Мужчина, я не знаю, кто знает, где ваша Лена. У нас ваша Лена не работает. Не работает? Нет. А где она работает? Не знаю. Нет, так а что мне делать? Ну, обратитесь в полицию. Вы убили Лену. Вы с ума сошли? Никого я не убивал. Из чего вы решили, что ваша Лена должна быть здесь, именно в этом кабинете? Не убивали? Нет. А кто убил? Не знаю, не знаю. Ну, понимаете, она мне лотерейку продала. Говорит, выиграешь, приходи, тебе выдадут. Ну? Ну, я выиграл, выдавайте. Если вы выиграли, я вас поздравляю, но вам в Сберкассу, а здесь выдача только по страховым случаям. А у меня тоже случай. Я выиграл. Дайте-ка ваш билет. Вот. Ну где же вы выиграли? Вы не выиграли, вы проиграли. Вы бы выиграли, если у вас было зачеркнуто 10 цифрок, а у вас зачеркнуто всего 5, понимаете, 5? Половина. Ну, дайте половину. Мужчина, никто вам этих денег здесь не даст. И вообще, ваша Лена здесь не работает. А где она работает? Не знаю, не знаю, не знаю. Хотя знаю. Она работает в здании напротив. Идите туда. Там общество спасения на водах. Сейчас зима, им все равно делать нехрен. Может быть, хоть они вас там утопят. Так был я уже там. Ну! К вам послали. Зачем? Застраховаться. Мужчина, ну, погодите.